Л9, куда мне теперь идти? Предварительный анализ показал наличие тоннеля. Ладно, разберемся. Всем привет, и это локация банк. Мы ее сейчас будем проходить. Здесь я не пройду, а вот так пройду. Оп-оп, фу, фига себе, упал я, блин, я чуть не улетел вниз, охренеть. Так, что там лежит? Деньги. Ну да, это же банк. Так, значит, нам надо, скорее всего, в эту дверь, да? В этих коробках. Ничего нет, нет, в них ничего нет. Похоже, дверь повреждена. Это может пригодиться. Любое резкое движение, и я стреляю! Если вы хотите уйти отсюда живыми, то делайте, что мы говорим. Черт, надо как-то помочь этим людям. Так, это вниз, да, надо идти. Если помочь этим людям, пойдем вниз, можно, да. Оба. Как же мне пройти к тоннелю? Охранник. Этот тоннель ведет прямо в жилой квартал. Нужно избавиться от этого завала. О, чувачок лежит. Так, если я появлюсь, он мне интересно... А, он мне ничего не сделает, он связанный. Нужно его развязать. Все понятно, развязать. А, спасибо огромное. Я уж думал, нас убьют. Этого оставь мне. У меня с ним личные счеты. Отлично. Минус один. Так. Конечно, все круто. Так, я не пройду туда. Здесь завал. Так. Надо наверх, наверное, сюда. Что здесь у нас? Яма. Не свалиться бы. Оба. Террорист. Так, а он как бы ходит здесь, да? Я так понимаю. Охраняет вот эту локацию. Да. А что у нас здесь? Здесь вот как раз основное все. Что это за дерево какое-то странное здесь стоит? Растение, он плод что-то мигает у дерева. Ладно, потом. Есть взрывчатка. Заложник, которого, наверное... Или это тоже охранник? Это тоже надо развязать. Или что? Он без сознания. Ага. Меня чуть не завалили. Так, что это за дерево? Какое необычное растение. Анализ показал наличие сильных снотворных веществ. Все понятно. Надо вот это вот растение взять и кинуть, наверное, сюда, чтобы все уснули. Тогда я смогу бомбу вот эту выкинуть, подобрать. Куда-то ее деть. Так. Мне надо отойти, сейчас он... Все, отлично. Все спят. Сейчас заодно я охранника развяжу. Нет, не получится. То, что надо.
После активации у вас будет 10 секунд. Постарайтесь не убить нас обоих. Окей. Только куда теперь девать эту бомбу после активации? Нет? Куда девать? Может, сюда куда-нибудь? Или вон в окошко выкинуть? Нет? Нет. И здесь тоже нет. Так, попробуем пониже спуститься. Ага, вон мигает. Прям как раз. И вон таймер появился, 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5. Уходим. 4, 3, 2, 1. Бум. Отлично. А, теперь я могу пройти. Отлично вообще, да.